без липкого слоя. Для того, чтобы втирка идеально легла, надо идеальное покрытие. Без липкого слоя для достижения металлического глянцевого эффекта. Есть другие эффекты, более матовые там или еще какие-то. Это можно и без липкого слоя, и на липкий слой. Втирать надо в охлажденный топ. То есть топ должен быть не горячим, а уже остывшим. Тогда он ложится тонким слоем, тонкой глянцевой пленочкой. Втираем, втираем, втираем. Чем больше мы трем, тем более глянцевым он становится. Обязательно забафить торцы ногтя для того, чтобы не было отслойки. Торцы покрываем базовым слоем. Чтобы увеличить адгезию. И наносим топ. Запечатывая торцы. Более 30 секунд. Но если получилось так, что вы передержали в лампе топ, то можно не наносить новый слой, можно взять жидкость для снятия гель-лака, она у нас фиолетового цвета, протереть ноготь и уже на него, пока он не совсем просох, нанести втирку.